первом тайме, да, инициатива была их. Они давили, и мы на контратаках играли. Был какой-то вялик. Не знаю, это может график такой, не знаю, что-то. Вышли подуставшие, но вроде пару контратак и забили. Хорошо, реализация не подвела в этот раз. Особенно как бы готовились к этой игре, выстроили нашу тактическую схему, как говорится, с определенными заданиями, с определенными требованиями, чтобы, как говорится, нивелировать их сильные стороны и, наоборот, наши сильные, и сыграть, как говорится, на результат. Но кое-что получилось, кое-что не получилось. Сами видите, знали мы, что соперник очень сильный и индивидуальный. Быстрой циркуляцией мяча, с активным давлением, лишая нас пространства быстро. Поэтому все время где-то на шаг, на долю секунды опаздывали, и они нас всегда опережали, поэтому владели преимуществом. Я отыгрался в стенку с Джалиловым, и получается, там осталось 3 защитника. Ну, я под правую убирал, и как бы никто не встречал, я убирал под правую, и в итоге там нашел щелочку и ударил, и забил гол.